Learn and play. ألعب وأتعلم. هيا بنا. Хадис про двух путешественников. Ехали два путешественника мимо народа, который поклонялся идолу. И не пропускали никого, пока они не принесут что-нибудь ему в жертву. Они попросили первого путешественника принести что-нибудь в жертву идолу. Он ответил: «Ну, у меня ничего нет, что я могу принести вам в жертву?» Тогда они сказали: «Принеси в жертву хотя бы муху». Он принес муху, и ему было позволено ехать дальше, и он попал в ад. Они попросили второго путешественника принести что-нибудь в жертву идолу. Он ответил: «Я не делаю жертвоприношение никому и ничему, кроме могучего и Всевышнего Аллаха». Тогда ему отрубили голову, и он попал в рай.